уехали сознательно, и я могу даже сказать, по идеологическим причинам. Мы прям, ну, как-то мы несколько дней после 24 февраля пытались вообще понять, что происходит, и где-то в начале марта мы решили, что мы уезжаем. Мы уехали в середине мая и 2 месяца жили в Албании. Ну, не спрашивайте, не задавайте вопрос, почему. Вот, и в середине июля мы приехали в Сербию, и как-то так получилось, что очень спокойно мы себя здесь почувствовали и безопасно, и решили, что, ну, отличное место, надо оставаться. Многие сразу создали какие-то свои компании, коалиции, и как будто не нужно больше ни с кем общаться. Как будто все социальные потребности закрыты. Потому что идешь по центру, там обязательно услышишь 4-5 раз русских людей там, за час, пока ходишь. А ты уже даже в центре можешь выбрать в целом ресторан, где русские. Да? Сходить на какую-нибудь тусовку, где русские. Сегодняшние российские эмигранты в основном являются экспертами в узких областях, таких как информационные технологии. Поэтому они могут явно повысить ВВП этого государства, поскольку они работают и платят налоги. Они могут внести экономический вклад, но не окажут такого культурного влияния, как некоторые архитекторы и художники, которые бежали сюда 100 лет назад.